Активистов российского движения школьников из разных образовательных организаций из Искитимского района собрали в одном месте. В лагере «Радужный» для них прошла очередная смена. Все для того, чтобы ребята смогли познакомиться друг с другом, поделиться своим опытом и просто с пользой отдохнуть. Распланировать свой день нужно так, чтобы он был интересным, познавательным. А еще при этом важно принести пользу обществу, считает Ирина. Уже несколько лет она в списках активистов российского движения школьников. Принимает участие в мероприятиях своей образовательной организации, родного села и района в целом. В первую очередь уверенность в себе. Как-то развивает круг общения. То есть даже... Я вот была, допустим, 3 года назад в лагере, и сейчас даже я встречаюсь с этими ребятами, и мы хорошо общаемся, узнаем друг друга. На этот раз в «Радужном» собрались больше 30 активистов российского движения школьников района. Организаторы смены подготовили для ребят задания, конкурсы, мастер-классы на выявление лидерских качеств, сплочение коллектива, творческого саморазвития. Дети больше узнают о российском движении школьников, больше погружаются в эту атмосферу, принимают активное участие и зарабатывать себе дипломы, грамоты. И хорошее впечатление, самое главное. Бодрая, веселая, энергичная и патриотичная музыка должна еще больше сплотить ребят, уверена хореограф Валентина Старкова. Сегодня она вместе с ними учит танец, который должны знать все активисты РДШ. Если вы отличаете правую руку от левой, то значит вы уже молодцы. Ну и как бы на юморе, на позитиве мы как бы начинаем работать. Ну, действительно, движения очень простые, да, и дети сами иногда удивляются, когда одно движение, второе, плюс третье, плюс четвертое, получается некая связочка, и от этого получается небольшой танец. От этого, ну, может быть, они удивляются, но на самом деле, да, получился танец, и, наверное, от этого хорошо и приятно, и они осилили его, и от этого, ну, может быть, какая-то уверенность появляется даже у тех, кто не танцевал. Подобные смены, уверены организаторы, очень эффективны. Здесь ребята раскрываются, а в дальнейшем показывают хорошие результаты. Среди активистов Искитимского района есть победители различных региональных и всероссийских конкурсов.